График работы Аллы Салтанкулова меняется каждый день. В эту смену он приступил к извозу пассажиров с обеда и на протяжении 8 часов находился за рулем. Маршрут 4-го троллейбуса пролегает от управления троллейбусного предприятия до рынка Дурдой. До 8 раз за день Аллы Салтанкулов колесит по городу туда и обратно. Водить рогатый транспорт он начал еще в далеком 1995 году. Так и остался. За 23 года работы, говорит Аллы, сталкивался с разными ситуациями. Однако, что бы ни произошло, все инциденты с пассажирами улаживал полюбовно, как и подобает профессионалу. Как-то подошел парень и попросил высадить его на светофоре. А что делать в такой ситуации? Если я выполню его просьбу, я нарушу правила дорожного движения. Но горожан к этому сами маршруточники приучили. На такие просьбы я вежливо отказываю, объясняю почему и высаживаю на остановке. Утром, говорит водитель, в троллейбусе не протолкнуться, а вот вечером в нем почти никого нет. Домой возвращаются лишь запоздалые путники. Отвезя последних пассажиров, троллейбусы отправляют на мойку. В троллейбусном управлении два специальных автомата, с помощью которых и чистят троллейбусы. Один совсем старый. Троллейбусы моют две бригады, в каждой по несколько человек. На стоянке есть специальная наружная мойка, а вот салон убирают рабочие своими руками и требует это больших усилий. Необходимо почистить сиденья, вымести мусор, отдраить окна и полы. Из каждого троллейбуса вывозят минимум ведро мусора. Весь мусор, что вы видите, пассажиры прячут между сиденьями и под ними. Жвачки мы находим приклеенными к поручням. Пользуясь случаем, я прошу горожан вести себя культурней и забирать мусор с собой. Борьбу с бескультурием как уже только не вели. Размещали мотивирующие плакаты с просьбой сохранять чистоту, штрафовали. Но каждое следующее поколение кажется еще более неисправимо, говорят водители. Многие пассажиры щелкают в салоне семечки, грызут яблоки и едят конфеты. Потом выходят на нужные остановки, а после себя оставляют кожуру и обертки. Каждый день мы моем троллейбусы, проводим влажную уборку в салонах. Не все пассажиры учитывают наш труд. Заходят-то они в чистый троллейбус. Никакого уважения ни к нам, ни к себе. Им же потом самим ехать в этом троллейбусе обратно. В троллейбусном предприятии Бишкека сейчас насчитывается 90 машин. Каждый день рабочие проводят их техосмотр, а раз в месяц ремонтируют. Троллейбусное предприятие сегодня обслуживает около 10 линий. То есть 10 линий. Сегодня выезжает еще на днях 9-й троллейбусной линии. Мы его восстанавливаем, потому что в связи с ремонтом дорог оно было как бы приостановлено. И сегодняшний день его тоже выпускаем, да? И помимо троллейбусного есть автобусный парк, автобусное предприятие выпускает около тоже 100 машин и на 10 автобусных линиях. Отметим, весь столичный транспорт относится к двум муниципальным предприятиям и 43 частным. Мэрия располагает 130 троллейбусами и 110 автобусами. Частники владеют 120 линиями маршрутных такси, на которые ежедневно выезжает примерно 2300 маршруток. Анастасия Соболева, Каир Джайлаубекова, Алтынбек Анабекулу, НТС.